глава Харківської обласної державної адміністрації Юлія Сахнічна. Нам, безусловно, важно в это сложное время и при наявных рисках учитывать опыт международных партнеров. Безусловно, ситуации везде разные. Однако быстрая оперативная реакция с учетом просчета всех возможных рисков, возможного плана реакции на эти риски, должна быть в любой области. И Харьковская область не исключение. Мы готовы учитывать те пожелания и предложения, которые есть у консультационной миссии с позиции опыта, который имеет данная миссия, в программу по обеспечению безопасности. И мы на сегодняшний день учли предложения, которые были переданы. То, что вы делаете совместно с нашей миссией и эта разработка этого плана общественного порядка, это тоже новый шаг вперед. Как я понимаю, вы будете работать совместно, все институции будут как такой, ну как бы общая группа, task force такой, которые все институции, которые будут совместно с общественными организациями будут исполнять этот план, это делать, это опять же будет шаг вперед для того, чтобы люди поняли, что ихняя безопасность зависит от их самих. И полицейские только им это помогают делать. И когда вот это придет, ну, понимание, я думаю, тогда будет большой-большой прорыв. Мы видим, что нам нужно добавить некоторые экспертизы в эти региональные наши подразделения. И в ближайшем будущем, сейчас уже идет процесс отбора, в ближайшем будущем появится здесь, в Харькове, эксперты по планированию и бюджета и других всех ресурсов. Они будут как раз, наверное, вам смогут помочь, как спланировать и бюджет, и как использовать те ресурсы, которые у вас есть, наиболее эффективно. Также будут усилены наши подразделения региональные другими экспертами по так называемый general policing, то есть вообще полицейская деятельность, как она работает, расследование преступлений, превенция, патрульная служба, чтобы появились тоже люди, которые смогли бы это помочь. И мы надеемся, что вы их примете, и они будут вашими коллегами, которые вам помогают. Будем работать над тем, чтобы качественный и имеющийся европейский опыт был внедрен в харьковскую практику. А так как действительно с Харькова начинается достаточно много государственных реформ. Нам это, конечно, лестно, ответственно, но мы пытаемся направить все возможные силы и приложить максимум усилий для того, чтобы их качественно реализовать. Поэтому тут вы можете полностью рассчитывать на наше содействие. Все сделаем для того, чтобы харьковчане, жители области ощущали себя спокойно, мирно и в безопасности на территории области.